Обычное, простое видео для того, чтобы вы сели, покушали вместе со мной. Пожелаю вам приятнейшего аппетита. Давайте для его разгона покажу вам кое-что. Итак, здесь на нашем столе красуется льняной хлебушек, приготовленный собственными руками. Очень полезный, ппшный, все дела. Здесь у нас печень трески, перемолотая с двумя яйцами отварными. Конечно же, по стандарту, салатик вкуснейший. И не менее вкуснейшие грибы, жареные в сметане с чесноком и с зеленью, с луком. Будьте здоровы, приятного аппетита, присаживайтесь.